Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. О, лягушка! Вот ты где! Порыбачить решила. Погода располагает. Тепло, солнышко. Ой, ну-ка, какая тут рыбалка, глобус? Вообще не клюет. Уже 2 часа сижу. И ничего? Конечно, ничего. Тебя же в нашем пруду все рыбки знают. Они на твою удочку не попадутся. Придется тебе на кувшинки переключиться. Кувшинки? Ой, не нужны мне кувшинки. А вот если бы я рыбку поймала, то... Что? Желание исполнить попросила бы? Нет, я бы рыбку отпустила, потому что я рыбачу просто так, из спортивного интереса. Из интереса, значит. Тогда есть у меня для тебя одно интересное путешествие. Но помни о позах, а иначе кончится моя магия, и не смогу я тебя больше в путешествие отправить. Кваки такие позы, глобус. А вот на месте и разберешься. Ты же у нас самая сообразительная, так? Конечно, так, но... Кручу, верчу. На каникулы лечу. Ой, я в лодочке, вода кругом. Ой, это море, наверное. И вода такая спокойная, прозрачная. И какая же я в ней красивая. Нет, лягушка, это не море. Это озеро Байкал. Самое глубокое и одно из самых чистых на планете Земля. Находится оно в России, на границе Иркутской области и Республики Бурятия. Кстати, в Иркутской области работает организация «Газпром на Байкале». Ой, ква-ква! Какое же оно огромное! Это озеро Байкал! А у меня тут в лодочке есть удочка. Сейчас буду рыбачить, можно? Наверное, можно. Кстати, рыбалка на Байкале бесплатная. Клюет! Подсекай! Что делать? Да тяни, тяни же, лягушка! Поймала, поймала! Буль-буль-буль! Ой, отпусти меня! Дышать не могу! Ой, буль-буль! Ой, ой, говорящая рыбка! Ой, простите, простите, пожалуйста! Отпускаю, отпускаю! Так-то лучше! Ты что ж, рыбачка? Не знаешь, что тут не всех рыб ловить разрешено? Может, неизвестно тебе, кто я такой? Нет, мне неизвестно. Знай, рыбачка неграмотная. Я байкальский омуль. По-научному, озеро Байкал – эндемик. Мы, байкальский омуль, только в Байкале живем. Нас ловить нельзя. Запомнила? Запомнила. Вот хорошо. Ой, ну, досадно мне, досадно, что лихие люди, эти браконьеры, никак этого не запомнят. Сколько они нашего брата выловили, сколько батюшке Байкалу навредили. Ой, как это ужасно. Все,
больше никакой рыбалки. Простите, пожалуйста, уважаемый байкальский омуль. Прощаю, рыбачка. А скажи-ка, по какой причине ты уже полчаса на одной задней лапе стоишь, а передней в стороны выставила? Может, укачал тебя наш Байкал? Нет-нет, просто глобус, он меня сюда отправил. Сказал, чтобы я помнила о позах. Сейчас ему фото отправлю. Послушайте, а можно мне с вами фото на память сделать? Ну, дозволяю. Только глобус твой, наверное, о других позах говорил. Да? А каких же? А ты греби к берегу, там все узнаешь. Ой, а я нырну, пожалуй. Буль-буль-буль. Фух, ну и встреча. Прости, лягушка, не успел тебя предупредить, что на Байкале не всякую рыбу разрешено ловить. Да ладно, ничего. О, лапы отваливаются. Нет, гребля – это не мой вид спорта. Ой, ну наконец-то ресторанчик. Ой, как же тут вкусно пахнет. И какая же я, ой, голодная. Скорее открывай меню, лягушка. Ой, ой, тут много так всего. Бузы или позы. Так это что, еда? Да, лягушка. Позы, они же буузы, национальное бурятское блюдо. В Иркутской области оно тоже популярно. Его готовят из теста, мяса и зелени. Буузы похожи на хинкали или большие пельмени. По форме буузы напоминают бурятское жилище, юрту. Юрты такие же круглые, а наверху у них есть отверстие. Через него выходит дым от очага. О, уже несут. Ух, квак, дымятся. Точно на юрту похоже. Мне, пожалуйста, две порции. А для чего две, лягушка? Одна порция для меня, а другая для глобуса. О, лягушка вернулась. Кулинаришь? Глобус, у меня тут позы или буузы. Я тебе привезла попробовать. И еще тесто сделала. Вот, леплю. Получается, конечно, не так, как в кафе на Байкале, но... А я думаю, очень даже хорошо получается, лягушка. Давай-ка их в пароварку поставим. А пока они готовятся, попробуем те, что ты привезла. Давай, перекусим и к новым квак-квак-ваникулам готовиться. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, мне много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы лягушки-путешественницы.